шла с работы, встретила милую женщину. Нужно. Почему вы без кого-то сами, без тросточки пошли? А зачем мне тросточка? Чтобы было удобно. Видите, сейчас вечером приморос. И это, как сказать? Аккурат. Как не говорить, просто так. Тут аккуратно одна. Вы идите вперед, я зайду вас. Вы видите немного? Вот так придерживайтесь. Молодой человек ведет аккуратно. А ваш дом, знаете адрес? Да. Орбели 10. А мы стоим, тут 67 вообще. А это что за здание там? Тут гаражи стоят. Угу. А там дальше шлагбаум и тут осторожно, да. О, у вас же ваш гирохоз звонит. Угу. Да, Аннушка, есть Галиция. Ребята, сейчас работаю, встретила бабушку. Мне, как всегда, ой, осторожно. Она не знала, плохо видит. С подружкой встретилась и не знает, как... Ой, плохо видит в темноте, как домой попасть. Ну что? Так, стоять, машина идет. И теперь куда? Я же не знаю, сюда. Куда. В гараж этот идти? Нет, не гараж, а дальше. Дальше? Стоять? Мы идем. Ой, Боже мой. Все-таки есть Бог на свете. Конечно, есть. Чудеса, Бог, Дед Мороз есть. Ну, я не верю. Знаю насчет Деда Мороза. Есть. Но что Бог есть. Немножко влево. Со мной здесь. Встретила. Вот так вот и есть. Вот так? Еще вы говорили по-армянски, я не понимаю. Как вы поняли, что надо по-русски? Я же армянка. Ну я поняла. А как вы поняли в темноте, что надо ко мне по-русски сказать? Не знаю. Вот видите, получилось. Это чудо уже. Маленькое, но чудо. Как вас зовут? Меня как, Катя как зовут. Поблагодарить вас? Не стоит. Нет, мне приятно. Я хочу поблагодарить, только не сейчас, конечно. Это не важно, когда я... Пойду в церковь. И... Это да. Это самое большое, что вы можете и приятно сделать. Я верю в Бога. А да. Теперь куда? Сейчас ровно. Прямо идем? Да. Хорошо. Есть, где-то есть лестница, но где не знаю. Лестница? Куда она должна вести? Наверх. Ого, я такого даже не знаю. Здесь я никогда не была. Ну вот и хорошо, что не было. Но тут уже темно. Ничего, вместе нам хорошо. Ага, нас не сидят собаки. Нет. Ого, я боюсь уже, темно. Да не надо бояться. Ага. Бояться. Сейчас еще нападут. Да, нападут. Куда теперь? А что это такое? Не знаю. Сетка. Как сетка? Вот дверей так. Дверей тут нет? Нету. Темнота и сетка. А там? Там дальше дома высокие. Нет, сетку нужно перевести. Перенести. Ой, мама Джон. Ой, мама Джон. Какую сетку? Тут все закрыто, и тут просто нету ничего. Как закрыто? Не должна быть где-то дырка. Ну, в дырку я не пойду. Нет, я пойду. Ужас. А как, куда вы пойдете? Там обрыв. Обрыв? Тут ничего нету. Видите, вот на эту улицу мне нужно. Машины, видите, едут. Можно вот так пойти, потом дать мне круг. Ой, вот, ради бога, вот. А где вы же только что говорили с Анушиком? Пусть выйдет навстречу. Это не моя, это... Я даже не знаю, как ее зовут. Как вы не знаете? Вы же только что сказали Анушик. Анушик – это имя моей дочки. Анушка. Ой, тут собака. Ну и что? Не-не, я боюсь. Да не бойтесь, собаки не кусаются, когда нет. Не боитесь. Не-не-не, я точно не смогу пойти. Давайте наверх, пойдем. Наверх нужно пойти. Нет, я уже имею плохой опыт. Мы с вами сейчас пойдем. Найдем такси и поедем на такси. Вы, да адрес... ну что вы, на такси я да? Не смогу. Да, я смогу. Нет.
Почему мы мучимся? Сейчас найдем такси, но тут какие-то обрывы, я не знаю, куда мы идем. Куда я иду, куда вы идете. По этой улице нужно перепачить. Вы что? Ну вот, видите, какие у меня плохие знакомые или подруги, или как хотите назовите. Еще немного, вот и немного получилось. Ну, они не плохие, я думаю, вам просто было очень приятно с вами. Сейчас да. Найдем такси тут. Адрес знаете, Орбели 10? Да. Там на этой улице. Сейчас мы попадем, а то там в темноте стоит овчарка размером как я. И вы говорите, не бойтесь. Вы что? Собак никогда так не кусаются. Я знаю, но я очень люблю собак, но очень боюсь. Я трусиха, да, люблю и боюсь. Осторожно. Вот сейчас мы... Ой, тут не наезжайте на нас. Сейчас мы с вами кого-то найдем. Не знаю, кого. Может быть. Ага. Все. У вас реакция, как у вообще спортсменов? Знаете, сколько минут? Не знаю. Сколько? 18? Да. Ой, в сторону. Сейчас шлабаум у нас грохнет с вами. Так. Сюда, сюда. А точно? Ой, давайте я сейчас спрошу у ребят, где здесь Орбели 10? Девочки, можно помощи? Для меня, чтобы не опоздали. Нет, вы что, мне приятно вам помочь, я с радостью. Просто мы с вами... Нет. Да, я здесь замужем живу. Муж у меня армянин, да. Как же он так пропустил вас? А он должен приехать там, навстречу мне. А на какую улицу он должен? Киевян. Да, он сразу тут. Он в пробке стоит на мосту там. И я должна идти к нему. Вот сейчас звонит минуту. Но я, не, честно говоря, тут... Уже вот 10 написано. Но 10 это... Нет, это совсем другое 10. Я не знаю, что это. Я не знаю, куда мы идем. Сейчас сядем, найдем лавочку, вызовем такси. Пусть найдет нам Орбели 10. Это оно должно быть в дворах? А? Идешь ко мне тоже? К вам в гости, конечно, приду. Только мы с вами не будем ходить в Киевян. Нет. Будем ходить только на к вам дома, к вам домой. Да. Правильно? К вам дома, ребята. Да. Ирина. А как она, например, меня найдет? Скажи. Она знает, что я сказала, где мы стоим, возле какого, возле школы примерно, правильно? Здесь 1000 школ. Одна школа, вот там чуть-чуть ниже. 2-3 метра от нас. Стоим, ждем, не переживайте. Сейчас придут. Тебя там, наверное, ждут, как не переживать. А вы знаете, где были? Подожди. Киевяне, в дворах. Там где-то подожди, собаку подожди. Нашли. Чёртовые бабушки. Я сейчас вас отдам дочке, и потом пойду к мужу. Ой, дай Бог. Самое-самое-самое. Спасибо большое. Спасибо большое, Ирина. Очень приятно, что мы с вами встретились так. Спортивный дом. А. Моему отцу подарили. Ты знаешь, что такое? Как сказать? Ну, в общем, очень такой цех, очень плохой. Угу. На организм действует. Это вы все. Там родились, вы да, в третьем там, участке, да? На третьем участке мы родились. Потом оттуда же мы получили маленький участок, там, где мы построили свой собственный дом. Вот и все. А как вы попали на Орбели? Замуж вышли сюда? Нет, я никогда не была. Мой отец работал в этом самом, на Кирова. На Кирова? Завод имени Кирова. И оттуда получил участок, земельный участок. Мы взяли этот участок 10 лет. Построили, да. Много чего было. Полуголовные были. Да? Да.
У вас много братьев, сестер? Нет, нет, никого у меня нет. Один только брат, и то в Ленинграде уже сколько лет. В Ленинграде? Да. А, понятно. Уже сколько лет? Понятно. Наверное, 6. 6 лет? Да, если не больше. Не хочет сюда приезжать. А что я там потерял? Ну, конечно, Ленинград не Ереван. Да. И все равно, здесь твоя родина. Конечно, тут тепло, там холодно. Но дом тоже красиво. Я там не была, но хочу увидеть. Нет, я там была один раз, 3 года тому назад. А. Но с удовольствием туда бы еще 10 тысяч раз поехала бы. Понятно. Это, знаете, действительно красавец город. Красавец город, да?